Появление его может свидетельствовать как о проблемах с иммунитетом, так и о банальной инфекции. Банальной. Надо, может, еще разочек. Чут. Так и о банальной инфекции. Ну что вы? Так, а так и получается, о банальной инфекции. Банальной. Так я только заржала. Ну все, я не скажу. О банальной инфекции. Все равно так. Нет, именно о банальной. О банальной инфекции. Все, можно, да? Я не соберу сейчас 100 лет. Я не скажу. Я боюсь. Ну все, хрен с ним. Я не скажу. У нас там было 2 раза. Боже, какой.